Коалиционные переговоры в Израиле планируется завершить в течение 2 дней. Об этом в четверг заявил Авигдор Либерман. Напомню, накануне бывшему министру иностранных дел был предложен портфель главы Министерства обороны. Тем временем жители Израиля разошлись в оценках назначения Авигдора Либермана на пост министра обороны страны. Думаю, это неплохо. Он человек, который знает, чего хочет, понимает, что происходит, превосходный тактик, точно не слабак. И думаю, что в нынешнем климате, с учетом того, что идут переговоры с Египтом и тому подобное, нужен человек, который будет достойно представлять Израиль, израильскую позицию. У Либермана, на мой взгляд, очень сильные расистские тенденции по отношению к арабскому населению. У нас уже был бывший министр обороны из числа правых, который пытался проводить сбалансированную политику. Мне страшно за Израиль, страшно думать о том, что у меня 3 сыновей, которым предстоит служить в армии. Это один из самых печальных дней для государства Израиль. И очень-очень плохое назначение со стороны премьер-министра Нетаньяху.